Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков Томска за теплый прием. И в мой адрес, и в адрес команды. Главная сила в Томске – это болельщики. Что касается игры. Конечно, у вас такой как бы вопрос отсюда. Что это за команда «Балтика» на последнем или там, ну, на одном из последних мест, а сопротивляется вполне достойно лидеру первенства ФНЛ. Скажу вам так, что я фрагментами удовлетворен сегодняшней игрой. Конечно, результатом недоволен, потому что там были эпизоды, когда мы могли забить, но это одна из наших проблем реализации моментов. Сразу скажу, что у нас на протяжении вот уже длительного времени проблемы в обороне, они сегодня не сняты с повестки дня, но скажу, что более-менее удовлетворительно сегодня сыграли в обороне. Мы знаем, как умеют использовать ошибки соперника игроки команды «Томь». Вот сегодня, к сожалению, всего одна была такая грубая ошибка, которая привела к взятию ворот. И, предваряя ваш возможный вопрос, куда мы будем двигаться, я вам скажу так, что сегодняшняя команда, которую вы видели, она все еще строится. У нас в каждом матче происходит изменение, прежде всего из-за того, что не могут играть те или иные игроки. Мы не повторили еще ни одного матча, как бы одним составом. И, во-вторых, структуру, философию игры все еще вырабатываем. Это связано с тем, что мы несколько позже приступили к работе. Это связано с тем, что у нас процентов на 80 новая команда. Да, у нас есть серьезные имена, да, у нас есть звездные игроки, но звезды не играют, играет команда, играют футболисты. Вот пока у нас ансамбля еще нет. Спасибо. Вопросы прошу. Как-нибудь матч вы просматривали, матчи нашей команды предыдущие. Вот, и очень интересно было узнать ваше мнение о Томи вот сегодняшней. Какие сильные стороны для себя отметили, в какой футбол наша команда играет, ну, может быть, для себя вот какой потенциал нашей команды. Извините, я очень с большим уважением отношусь к вам и к вашей профессии, но комментировать сегодня. Я официальное лицо другого клуба, поэтому не смогу. Мне нравится Томи. Спасибо. Еще вопрос. У них остатки у всех есть, даже на солнце, говорят, есть пятна. Тогда я себе позволю. Прошу. Валерий Кузьмич, в первом тайме, первый тайм прошел, в общем, при перевесе Томи, в основном игра шла на половине поля Балтики. Это изначально план такой был, на игру вторым номером играть, или все-таки Томи заставил? Ну, просто разница. Нет, вы как-то сказали, что мы вначале, мы играли в первом тайме на своей половине, вы сказали? Или, ну, или Томи играл на своей? Да. Нет, это просто мы острее атаковали, да. А что касается начала второго тайма, то да, там несколько изменился план ведения игры, потому что мы в первом тайме неоправданно, как бы, опять не буду вдаваться в детали. Да, во втором тайме мы несколько поменяли структуру игры и к сожалению, не забили или забили всего один гол, хотя там ребята совершали подвиги в воротах. Валерий Кузьмич, сложилось впечатление, что вы стали эмоциональнее себя вести на скамейке запасных? Ну, в возраст, что вы хотите. Не знаю. Валерий Кузьмич, наш тренер Василий Баскаков считает, замену использовал все уже к 73-й минуте, вы до последнего медлили. То есть это с чем связано? Скажу. Да, нет. У нас там, ну, опять вы меня о деталях, но дело в том, что у нас где-то минуты к 60-й два игрока уже были под большим вопросом, смогут они продолжать играть. Эти два игрока, в конце концов, они были заменены, но они, вот, мы еще, хотя они как бы подлежали замене раньше. Это, во-первых, значит, замены могли произойти на 60-й минуте, но опытные игроки, там сложная ситуация, обычно они умеют играть в опытные игроки, но только с этим связано. А плановые замены они должны были уже потом. Там вот должен был я выпускать. Кого и как. Хорошая команда, хорошая игра. Очень тяжело складывалось. Поэтому рада, что положительный результат. Знали, в каком положении Балтика, что задачи стоят совершенно другие, в отличие от нас. Поэтому знали, что будет по полной программе играть.
В общем-то, так и получилось. Команда наша пока реально ментально, психологически не совсем готова к таким играм. Но, тем не менее, второй тайм повели на хорошем уровне. Начало было неважно, там нас прижали очень прилично. Только самоотверженность там Зуйкова спасла от пропущенного. Потом после замены, в общем-то, отодвинули мяч от ворот. И у нас стали появляться моменты. И замены сегодня сработали. И Стопец хорошо вышел, и Глупов, в общем-то. И Гвинейский даже мог забить там при удачном стечении обстоятельств. Фомин Семенов понадежнее в опорной зоне. Будет у него с надежностью, поэтому так, я думаю, что в нашем положении нормально. С Балтикой одну очко, это нормально. Спасибо, прошу. По поводу Казаева, то есть второй раз вы уже меняете его достаточно рано, то есть тяжеловато ему, да? Или... Будет сегодня, мы так каждую игру обследование проводим компьютерно, и так динамику видим, так что ребята подсаживаются там, и Серега Зуйков такой же, в отличие от тех показателей, которые были, и Ян Казаев, и так у меня еще 3-4 человека так. Сасин Димка, после игры температура была, тоже 3 дня не тренировался. Тупов вчера не тренировался, сегодня решили так минут на 30. Так, динамика есть, что по функциям чуть-чуть теряем. Ну хорошо, что эти ребята, которые заявку появились там на флажке, так более-менее уже на ногах стоят, думаю, что какая-то ротация будет уже с олимпийцем. Потому что дальше их загонять под нагрузку уже как бы не имеет смысла. Калинский так, Коля тоже так уже по функциям не в оптимальной форме. Поэтому ротация будет, освежаться будем. Ну вот так. Еще вопрос? Да, пожалуйста. В первом тайме, в принципе, хорошая контр-игра была, и выход из обороны в атаку быстрый, и моменты были, в принципе, хорошие. Вот в начале где-то первых 15 второго тайма прижались сильно, в общем-то, и с чем это связано? С функциональностью или с какими-то другими? Надо разбираться, честно, 15 минут на перерыве, вроде бы, все нормально, разговаривали, давай, выходим, и первый пас, отбирая мяч, первый пас. Не точно. Первый пас на простых мячах, теряем мячи, ответ на атаки получаем. Это же еще большая нагрузка, там еще психология. Поэтому сейчас в неделю ничего не поправишь. Мы, когда недельный цикл идет, мы там все-таки там 2-3 тренировки делаем практически. Там быстрый выход из обороны в атаку, там, позиционные атаки, чтобы по ритму поиграть. А сейчас что игра восстановление. Поэтому так понимаю, что еще так стабильности нет в игре. Отсюда, наверное, такие ошибки. А так, ребята стараются по требованию играть. И, да, но не получается. Да, простые мячи теряем. Да, затягиваем с решением. Отсюда обрез идут, ответ на атаки соперника. Команда классная. Там один Касаев что стоит. Он там по два человека разворачивает на клочке, на своем платке. Тарбинский, там, Пугин, в общем, сегодня сыграл здорово. Он до этого смотрелся, в общем-то, и с Чертанова, и в Владивостоке. Там не везло им. Им пока просто не везет, я не знаю. Может быть, тоже какие-то там нервы, эмоции. Требования есть, а реализовать не могут такой состав. Поэтому, ну, рады все равно. Не сейчас Балтика, там нормально. Еще вопрос есть? Есть. Да, прошу. Владимир, в 2006 году Сергей Парелько и Скобляков после игр, чтобы сменить деятельность, ходили играть в большой теннис. Как считаете, стоит ли нашим футболистам как-то менять или деятельность после игр, расслабляться, чтобы не было вот этого эмоционального напряжения? Ну, каждый свое расслабление. Тут у нас рыбачит на базе. Кто-то теннисбол играет, кто-то гуляет с детьми. Ну, пока не слышал, чтобы там кто-то с ракетками. На сборах, да. Доктора возят ракетки, большой теннис играют, и ребята играют.
А пока сезон начался, 5 туров, пока я не видел и не слышал. Все на базе же. 3 на 4 игры, когда расслабляться? Здесь только восстановление, подготовка к игре и игра. Все. 3 на 4 игры. Так, может быть, микроциклы подлиннее будет, там недельные циклы пойдут. Наверное, там найдут время для других увлечений. Да, пожалуйста. А Зыков был финансистом назначенным или сам взял инициативу на себя? Ну, во-первых, если вы статистику смотрите, у Зыкова самая высокая результативность пенальти. Из 10-9 забил он за последние 4 года. Поэтому Стосно он не в простой ситуации там забил мяч с пенальти, когда мы после матча пенальти били. Поэтому здесь никаких сомнений не было, тем более там не было штатных, Казаева не было. Поэтому. Я просто имел в виду, что я думаю. Нет, он стабильный. Давайте последний вопрос и отпустим. Стабильная психика, поэтому там не было никаких вопросов. Василий Владимирович, после предыдущего матча вот Ян Казаев сказал, что вот первое место на нашей команде несколько начинает давить. Вот этот вопрос не обсуждали, что ну, неожиданно лидерство команды. Да я обсуждал. Футболисты всегда играют под давлением. Какая разница, вверху ты, внизу. В середине таблицы. Болельщики требуют, тренер требует. Жена требует, премиальный. Поэтому, а что такое 4 игры? Ты же не 20 игр под давлением провел. А где под давление испытывать легче? Когда ты вверху или когда ты за выживание борешься? В прошлом году 3 тура последних. Там что, не было давления? Поэтому выбирали тех, которые стрессоустойчивые, которые не будут психовать, не подставят команду, еще и результат добудут. Поэтому я не считаю, что мы сегодня играем под давлением. Во-первых, таких стратегических задач больших, да, там есть локальные задачи, которые руководство клуба поставило, но больших-то нет задач. Поэтому играйте, получайте удовольствие. И народ сегодня, сколько там было, кстати? Около 6 тысяч, наверное. На «Зените» сколько было? 5. А до этого? 4 300, да? А до этого? 3 500. Если люди пошли на футбол, болельщики, все говорили, что нет футбола в Томске, все, футбол угасает, нет, оказывается, есть, мы не настолько хороши, не феерим, но результат пошел, кое-что показываем на футбольном поле, и народ пошел, с удовольствием пошел. Почему нет? Я это всегда говорю перед каждой игрой. Уступить по счету можно, но игру не проиграть. Если болельщики довольны игрой, значит, они придут в следующий раз. Поэтому не бойтесь, играйте, показывайте свой уровень, свои качества игровые. И народ будет ходить.